Весь двор в цветах. Ежедневно Алиса Владимировна Кульман тратит по 3 часа на уход за растениями. Но дело того стоит. Красота спасает мир, а на клумбе встречаются даже уникальные экземпляры, как этот американский лаконос. Цветы – это для всех, по-моему. Это же отличное настроение. Утром встанешь – цветы, и все. Ну, это для жителей вообще хорошо. Наш двор, видите, какой ухоженный. А со временем цветы во дворе по улице Строителей 27 стали сажать многие. Порядок во дворе жители понимают как всенародное дело. Они участвуют во многих городских программах, благодаря которым появились современная детская площадка и свежий асфальт на дорогах. На подъеме с музыкой, с весельем, с чаем, с угощениями. Выходим, убираемся. Теперь этот двор станет не только ухоженным, но и безопасным. По итогам месячника по благоустройству принято решение установить здесь камеры видеонаблюдения. Жители стали победителями конкурса «Чистый город». Сертификаты вручил заместитель главы Самары Владимир Терентьев. Профессиональные камеры будут подключены к системе «Безопасный город». Сигнал будет поступать в полицию, где в режиме онлайн фиксируются любые нарушения. Могли участвовать абсолютно все дворы, а критерий оценки был только один – максимальная вовлеченность каждого жителя в вот этот вот процесс уборки, в процесс наведения порядка и поддержания этого порядка в дальнейшем. Люди сами по себе очень неравнодушны к благоустройству. Отличительная черта этих двух домов, что они очень целеустремленные и всегда добиваются своей цели. Видеокамеры получили 3 дома на улицах Строителей, Енисейской и проспекте Металлургов. А всего в этом году наружное наблюдение появится в 27 дворах. Впрочем, и на будущий год жители уже готовятся к участию в конкурсе, чтобы снова стать победителями городских программ. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.